Честный обзор на чай. Сильный духом. Цянле Ципо. Шу Пуэр 2018 года. Марти. Чайная линия. Красноярск. Воронеж. Липецк. Елец. Первое, на что стоит обратить внимание, это дизайн упаковки. Дракона блин. Второе, на что стоит обратить внимание, это однородное сырье на всю глубину блина. Здесь мы видим типичный честный чай, без обманов и подвохов, без фальшивой панировки блина типсами по верхней кромке. Надо заметить, что в наше время это распространенная практика, когда и российские фирмы, и ноунейм китайские бренды, даже достаточно известные китайские бренды пуэрные, они прессуют внутрь самого блина и внутрь кирпичей явные отходы производства, а по верхней кромке все это посыпают красивым сырьем, там красивыми типсами в частности. Вот. На поверку это не более естественно, чем мошенничество. Здесь такого нет. То есть то сырье, которое видно на поверхности блина, оно же запрессовано и внутри. По проливам 2,5 грамма на 100-миллилитровую гайвань. Промывка 30% от нормы. Первый пролив 100% от нормы. Второй пролив 80% от нормы. Третий пролив 40% от нормы. Чай позволяет заваривать себя в нефть, так что если вы шушечный нефтяник, для вас чай будет идеален. Решили поставить добычу нефти и шухи на поток, этот блин подойдет идеально. Если заваривать бутылки боросиликатного стекла в формате с собой to go, также получаем топовую черную нефть, которой, я думаю, позавидуют многие нефтепромышленники Российской Сибири. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Древесный, средний, ореховый, средний, шоколадный, очень слабо. Для 357-граммового блина, стартовая цена которого менее чем 1000 рублей, да, это более чем интересно. Плотный, очень чистый, без заметного сора осадка настой. Чистый настой для шупора вообще не характерен. Здесь настой чистый, это видно на фотографиях. Вкус заваренного чая. Древесный, сильно ореховый, средний. Вкус достаточно мягкий, даже с учетом того, что чай только начинает. Да, когда смотришь на настой в гайване, могут напугать всплывающие черенки. На современном нам аргоне мира так называемых чайных бревна. Однако, если заваривать шу на проливах, явной горечи, которой могут дать эти черенки, тут этой горечи нету. Конечно, если вы блондинка в розовых очках или бородатый хипстер-перфекционист, то этот чай, очевидно, не для вас. Он слишком брутален. Он моментально заваривается в нефть. А вот российским чайным пьяницам чай скажет «добро пожаловать». Собственно, какой негатив? Что можно предъявить этому чаю? Ну, в данный момент невысокую стойкость на проливах. То есть один, от силы два пролива, и все, чай сдувается. На этом все. Образец на тезисе, как всегда, заваривался традиционным способом, проливами в гайване. Количество заварки вменяемо, оно всегда видно на фото. И в данном случае, как и всегда, это 2,5 грамма на 100-миллилитровую китайскую гайвань. Всем спасибо, всем до скорого. До свидания.